А сейчас мы поговорим о неотъемлемой части корпоративной культуры Каспийского трубопроводного консорциума – Кодексе делового поведения. Кодекс делового поведения обязателен для соблюдения и исполнения всем персоналом КТК в отношении работников, прикомандированных лиц и подрядчиков КТК, а также иных лиц, с которыми КТК вступает в деловые отношения и совместно с которыми КТК ведет свою хозяйственную деятельность. А теперь подробнее о кодексе. Кодекс делового поведения затрагивает темы конфиденциальности, конфликта интересов, получения подарков, дисциплинарных взысканий и поощрения позитивного опыта. А сейчас я расскажу, что же скрывается под каждым из этих пунктов. Начнем с конфликта интересов. Он происходит при личной заинтересованности работника КТК, которая может помешать его объективной работе в интересах компании. Чем же опасен конфликт интересов? Например, принятие решений из соображений личной выгоды, предвзятость и несправедливость в итоге может привести к подрыву доверия к руководству КТК. Следующий пункт – конфиденциальность. Он означает, что доступ к информации компании может быть получен исключительно авторизованным лицом, и что информация не может быть разглашена неавторизованным сторонам. Штатные сотрудники КТК и подрядчики не вправе выносить данные в какой бы то ни было форме из помещений и с территории объектов КТК без согласия их непосредственного руководителя. Мы идем дальше, и сейчас речь пойдет о подарках. Подарки, приемы, выплаты и услуги помогают укреплению деловых связей. Но, принимая подарки и приглашения на мероприятия, нужно быть осмотрительным. Например, этого не стоит делать в процессе проведения тендера или переговоров. Обращайте внимание на экран. На нем перечислены запрещенные действия и пояснения к ним. Запомните их во избежание неприятностей. Также стоит отметить, что КТК осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями законов юрисдикции. Соблюдение требований закона является безусловным. Как говорится, закон суров, но это закон. А мы переходим к следующему пункту. Лично мне очень нравится, что КТК поддерживает безопасную, уважительную рабочую атмосферу в коллективе. В компании неприемлемы любые оскорбления, угрозы, унизительные шутки и сексуальные домогательства. Не допуская подобное поведение, мы уважаем других людей и самих себя. Компания поощряет отличные результаты работы отдельных сотрудников, а также регионов в целом. Нарушения случаются, это факт. В таких ситуациях компания применяет дисциплинарное воздействие. В некоторых случаях работнику делают устное предупреждение, чтобы дать возможность устранить нарушение. Но в случаях грубых нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, кодекса делового поведения, либо повторных нарушений, трудовая деятельность работника может закончиться и увольнением. Мне было приятно рассказать вам о высоких корпоративных стандартах работы компании КТК. Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья!